В Владивостоке состоялась встреча юных воспитанников спортивных школ с одним из самых титулованных гребцов не только России, но и мира – известным приморским канаистом Иваном Штылем. Началась встреча с формата «Вопрос-ответ». Юные спортсмены задавали вопросы о сложностях на соревнованиях, о профессиональных травмах, как бороться с ленью, когда не хочешь идти на тренировку, какова цена олимпийской медали и какая же главная мечта Ивана. Раскрывать ее он не стал, но дал понять, что именно эта мечта заставляет его до сих пор продолжать карьеру. Я остался в спорте, потому что у меня есть нереализованность, и я не хочу впоследствии жить и понимать, что я мог попробовать, но я отказался, дал слабину. Я выбрал то, где я рискую. Рискую не только здоровьем, а и многим другим, и положением, и временем, и близкими, и родными людьми. Также Иван провел с ребятами разминку и дал несколько важных советов, которые помогут в их дальнейшей спортивной карьере. А после рассказал журналистам о своих впечатлениях от общения с детьми. Первое, то, что все культурные, это мне очень понравилось, потому что различные бывают встречи, и дети восприняли информацию, поняли. Я думаю, что они захотят еще встретиться, потому что мы не все обсудили, я это увидел. И хотелось бы более практичную какую-то провести мастер-класс, чтобы показать каждому, и он на своем примере понял, в чем разница. Пообщаться с титулованным чемпионом, принять участие в совместной с ним тренировке – мечта любого юного спортсмена. Возможно, эта встреча вдохновит приморских ребят на победы, и кто-то из них в будущем также станет чемпионом. Анна Дьякова, Олег Завялов. Новости на Восьмом.